Chaitanya God Premanande. Значит, we suggest to read from teaching of Lord Chaitanya. Okay. This point. From which point? Yeah. It was page 14. Mm-hmm. And about the life of Lord Chaitanya, is it? Yes. Heretics converted and joined. Up to this point? Yes, to this, till this point. Mm-hmm. This is last. Okay. 14. 16. I read or you read, and I repeat after you how to. You read and I repeat after you how to do. Хорошо, я тогда прочитаю на русском. В возрасте 14 или 15 лет Махапрабху женился на Лакшми Деви, дочери Валабхачари, которая тоже была из Нади. К этому времени Чайтанья считался одним из лучших ученых Нади, славящийся как центр изучения ньяи и санскрита. Все наяйки, не говоря уже о смарта-пандитах, боялись вступать с ним в литературные диспуты. Будучи семейным человеком, он решил отправиться в Восточную Бенгалию на берега Падмы, чтобы заработать денег. Там он продемонстрировал свои познания и получил немалую сумму. Уже тогда он время от времени проповедовал вайшнавизм. Обучив принципам вайшнавизма Тапану Мишру, он велел ему отправиться в Бенарес и поселиться там. Пока Махапрабху находился в Восточной Бенгалии, его жена Лакшми Деви покинула этот мир, укушенная змеей. Возвратившись домой, он застал свою мать, погруженную в скорбь, и утешил ее словами о бренности человеческого бытия. Впоследствии, по просьбе матери, Махапрабху женился на Вишнуприи, дочери Раджа-пандита Санатаны Мишры. Товарищи Махапрабху, когда он после правасы, пребывания в других краях, вернулся в Надию, снова стали проводить время в его обществе. Теперь Махапрабху был настолько знаменит, что его стали считать лучшим пандитом Надии. Кешава Мишра из Кашмира, называвший себя великим Дигвиджаи, покорителем мира, прибыл в Надию, чтобы вызвать местных пандитов на диспут. Испугавшись этого победоносного пандита, профессора Нади покинули город под предлогом какого-то приглашения. Кешава встретил Махапрабху у Барокона-Гхата в Майпуре и после очень непродолжительного диспута потерпел от юноши унизительное поражение, которое вынудило Кешаву Мишру скрыться из Нади. Отныне Нимай пандит был уже самым выдающимся пандитом своего времени. Ему было лет 16-17, когда он в сопровождении множества своих студентов отправился в Гаю и получил там духовное посвящение от Ишварапури, саньяси вайшнава, ученика прославленного Мадхавендрапури. По возвращению в Надию Нимай пандит превратился в религиозного проповедника. Его религиозная натура проявилась настолько ярко, что Адвайта Прабху, Шриваса и другие, которые приняли вайшнавскую веру, еще до рождения Чайтаньи были поражены переменой, произошедшей в молодом человеке. Теперь он уже не был непостоянно вступающим в споры ньяйкам или смартой, не подвергающим все критике оратором. Он впадал в транс от имени Кришны и вел себя как человек, вдохновляемый религиозными чувствами. Мурари Гупта, видевший все это собственными глазами, описал, как Махапрабху
являл свои божественные силы в доме Шриваса Пандита в присутствии сотен последователей, которые в большинстве своем были учеными людьми. Именно в это время Махапрабху вместе со своими искренними последователями открыл в доме Шриваса Пандита ночную школу киртана. Там он проповедовал, пел, танцевал и проявлял разнообразные религиозные чувства. К нему присоединился Нитинанда Прабху, проповедник вайшнавизма, завершивший к тому времени свои странствия по всей Индии. Много искренних и ученых проповедников вайшнавизма из разных частей Бенгалии присоединилось к Махапрабху. Надия стала постоянным местопребыванием целой плеяды ачарьев-вайшнавов, призванных одухотворить человечество проповедью возвышенных идеалов преданного служения Богу. Первый наказ, который Махапрабху дал Нитинанде Прабху и Харидасу, был таким: «Идите, друзья, по всем городским улицам, стучитесь в каждую дверь и просите людей петь имя Хари, Всевышнего, и вести святую жизнь. И каждый вечер приходите ко мне и сообщайте о результатах своей проповеди». Нитинанда Прабху и Харидас отправились выполнять его повеление и встретили Джагая и Мадхая, двух самых отвратительных типов в Нади. Услышав наказ Махапрабху, те принялись оскорблять проповедников, но вскоре под влиянием бхакти, преданности Богу, которую вселил в них сам Господь, они стали религиозными людьми. Это изумило жителей Нади. Они стали говорить: «Не Майпандит не просто великий гений, он, несомненно, посланник всемогущего Бога». Начиная с этого времени и вплоть до 23-летнего возраста Махапрабху проповедовал свое учение не только в Нади, но и во всех основных городах и деревнях, расположенных вокруг нее. В домах своих последователей он являл чудеса, учил эзотерическим принципам бхакти и пел санкиртану вместе с другими бхактами. Его последователи из Нади начали петь святое имя Хари на улицах и базарах города. Это произвело сенсацию и вызвало в разных кругах различные чувства. Бхакты были очень довольны, а смарта-брахманы стали завидовать успеху Нимая Пандита и пожаловались на него Чанду Кази, утверждая, будто деятельность читаний противоречит предписаниям индуизма. Кази пришел в дом Шриваса Пандита, разбил там ридангу, глиняный барабан, и объявил, что если Нимай Пандит не прекратит поднимать шум вокруг своей сомнительной религии, ему придется насильно обратить его самого и всех его последователей в мусульманство. Когда об этом сообщили Махапрабху, он велел жителям города собраться вечером с факелами в руках. Люди откликнулись на его призыв, и Нимай разделил их на 14 групп, возглавил шествие санкиртаны. Придя к дому Кази, он вступил с ним в долгую беседу, в конце которой, дотронувшись до Кази, Махапрабху вложил вайшнавизм в его сердце. Кази заплакал и признался, что пережил глубокое духовное потрясение, которое устранило все его сомнения и пробудило в нем религиозное чувство, приведшее его к состоянию высочайшего экстаза. После этого Кази присоединился к санкиртане. Всех поразило духовное могущество великого Господа, и многие сотни бывших еретиков стали под знамена Вишвамбхара. Speak something about Sankirtana. Sankirtana. After some questions, when they discuss some moments about Sankirtana, discuss after. Okay. And if we have time, we can read some chapter from Mayasaki. That's our family business. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pustaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Dinamne. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyari Shatarine Pancha Kaupata Rupyascha Kripa Sindhu Pareva Cha Patitanam Bhavani Vyo Vaishnavirkyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasa Guru Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kali Yuga Dharm Hari Nam Sankirtan Krishna Shakti Vininahi Tara Pravartan. It is stated in the Chaitanya Charitamrita that the Dharma for the Kali Yuga is Sankirtan, Krishna Sankirtan. А в Чайтанье Чаритамрите вот приводится этот стих, что дхармой Кали Юги является Харинама Санкиртана. And in order to propagate the chanting, in order to propagate the Sankirtan movement, then one has to be empowered with the energy of Krishna. И для того, чтобы проповедовать это движение Санкиртаны, человек должен быть наделен энергией Кришны. The example is given that just like you, sometimes you may be involved in some legal case and you're supposed to go to court, but you ask the lawyer to represent you in the court. Или вот пример legal case. You may be involved in a legal case. You're supposed to go into the court of law. То есть, если вы были замешаны в какой-то нелегальной деятельности, какой-то случай был такой, то вам придется отправиться к судье для того, чтобы рассмотреть этот случай. So you hire a lawyer to represent you, and the lawyer goes into the court. И судья, он придет в этот суд. Может, адвокат? Или адвокат, лоу. Адвокат. So, in a similar manner, Krishna empowers devotees to represent him. И таким же образом Кришна дает силу преданным для того, чтобы представить его. Sankirtan movement, in order to successfully propagate the Sankirtan movement, one has to have that authorization. You have to be authorized by Krishna. Для того, чтобы проповедовать движение Санкиртаны, необходимо получить авторизацию Кришны. So we see, for example, how Srila Prabhupada could go to America and successfully establish the Sankirtan movement. Мы видим, как Шрила Прабхупада отправился в Америку и успешно представил это движение Санкиртаны. And in a similar manner, Prabhupada delegated some of his different disciples to go and spread Sankirtan in other parts of the world. И дальше Шрила Прабхупада, он делегировал каким-то своим ученикам распространять это сознание Кришны по всему миру. In Australia, the devotees were having a lot of difficulty to do Sankirtan. В Австралии у преданных было много трудностей в проведении Санкиртана. And they were regularly being arrested by the police. Их часто арестовывала полиция. And Prabhupada told them, don't pay any money to them. И Прабхупада говорил, что не платите им никаких денег. So the police would arrest them, take them to court, and they would be fined. Полиция их арестовывала, приводила в суд, им назначали какой-то штраф. But they would not pay the fine. Но они не платили этот штраф. So then they would go to jail. И тогда их сажали в тюрьму. And they would go to jail, and they would not eat any of the food they would give them in the prison. Но когда они сидели в тюрьме, то они не ели никакую пищу, которую давали в тюрьме. And they would just chant Hare Krishna. Они просто повторяли Харе Кришна там. And Prabhupada encouraged them to do like this. Прабхупада вдохновлял их поступать таким образом. And he said, gradually they will stop persecuting you. Он сказал, что постепенно они перестанут вас преследовать. And gradually it happened that the devotees gradually were able to successfully distribute the holy name and distribute literature. Постепенно эти преследования приостановились, и преданные стали успешно распространять святые имена и литературу. In the beginning the devotees were
only distributing some little magazine, like a Back to Godhead or a small book. В самом начале преданные распространяли журнал «Назад к Богу» и какие-то маленькие книги. But gradually they learned how to distribute big books. Но постепенно они узнали о том, как распространять большие книги. Prabhupada wanted us to distribute the big books. А Прабхупада хотел, просил нас, чтобы мы распространяли большие книги. Because Prabhupada was writing the books, and in order to print more books, we had to distribute the old ones. Поскольку Прабхупада, нужно было печатать новые книги, и для того, чтобы их печатать новые, нужно было распространять старые, которые уже есть. We did not have very much money in those days. У нас не было так много денег тогда. And so all the money was used to print one book. Те деньги, которые у нас были, мы потратили на печатание одной книги. For example, Prabhupada had printed the first canto of the Srimad Bhagavatam in India. Прабхупада напечатала первые тома Шримад Бхагаватам в Индии. And he had brought several copies of these books in big boxes. He brought them on the boat, which he came to America. И вот когда он отправился в Америку, он взял с собой какое-то количество копий, экземпляров вот этого Шримад Бхагавата, в коробку их поместил, в ящик. We can understand how determined Srila Prabhupada was to distribute books. Так мы можем понять, какова была великая решимость Шрилы Прабхупады распространять эти книги. He was already 70 years old. Ему было уже 70 лет. And he was going to America with no money. И он отправился в Америку без денег в кармане. And he did not know anyone. И он ничего не знал, что там будет. He did not know where he was going to stay. Он не знал, где можно будет остановиться. But he brought all these boxes of books with him. Но он взял с собой вот эти ящики с книгами. And he would personally go and distribute them. И он сам лично ходил и распространял эти книги. He would go to the bookstores. Он посещал книжные магазины. He would show the books to the people in the bookstore. И он показывал людям книги в этих книжных магазинах. And he would bring some prasadam with him. И он также приносил с собой прасад. He would make some samosa or something and bring it with him and then give it to the people in the bookshop. Он брал с собой несколько там самосов и давал людям просад в магазинах также, в книжных. And then sometimes people would arrange lectures for him. Так иногда люди организовывали какие-то лекции, чтобы он проводил лекции. And when he would give a lecture, then at that time he would announce that I have some copies of my book. If anyone is interested, you can get a set of books. И во время лекции он давал объявление, что у меня есть эти книги Шримад Бхагаватам, если кто-то хочет их приобрести, то пожалуйста. And Prabhupada was coming when he came from India to America. He came on the boat, right? You all know the Jaladuta, the name of the boat. And there was a captain on the boat, Captain Pandya. Значит, вы знаете, что Шрила Прабхупада пересек океан из Индии в Америку на этом судне Джаладута, и там был капитан, которого звали Пандия. So Prabhupada sold him a set of books before he got off the boat. И Прабхупада распространил ему комплект вот этих книг, которые у него были. So Prabhupada was a real Sankirtan devotee. Итак, Шрила Прабхупада настоящий преданный санкиртан. He was always thinking how to distribute his books. Он постоянно думал, как распространять эти книги. And he inspired all of his disciples the same way. И он вдохновлял своих учеников действовать таким же образом. So we see, of course, you have this book here, written by my godbrother Vaisheshika, about the family business. Вот мы видим здесь эту книгу Вайшешики Прабху, моего духовного брата,
которая называется «Наш семейный бизнес». Шрила Прабхупад described that this book distribution, this is our, like our family business. Шрила Прабхупада говорил, что распространение книг – это наш семейный бизнес. Just like your father has a business, so the son will work in the same business, he will learn the business from the father. Как, например, у отца есть бизнес, и сын помогает ему же в этом бизнесе. Таким образом, он получает этот бизнес от своего отца. So we are also following in the footsteps of our spiritual father, Srila Prabhupada. И мы также идем по стопам нашего духовного отца, Шрилы Прабхупады. And of course, Srila Prabhupada got this instruction from his spiritual father. Конечно, Шрила Прабхупада получил это наставление от своего духовного учителя. Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупад had told him, if you ever get money, then use it to print books. Его духовный учитель Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур сказал, что если когда-нибудь у тебя будут деньги, используй их для печатания книг. Прабхупад said that all the other devotional arts, such as playing madanga and leading kirtan and worshipping the deities and shastra, about reciting slokas and mantras, he said, I learned all this from my own father. Шрила Прабхупада говорил, что все эти вайшнавские виды деятельности, игры на мриданге, поклонение божествам, чтение, изучение писания и так далее, я он все приобрел это от своего отца. But there was one thing which my father did not teach me, and that was printing books and distributing. Но единственные вещи, которые мне отец не научил, это печатать эти книги и распространять их. So that I learned from my spiritual father, Bhakti Siddhanta Sarasvati. Вот эту науку я усвоил от своего духовного учителя Бхакти Сиддханта Сарасвати. Now Bhakti Siddhanta Sarasvati, of course, he was preaching in the 1930s, 1920s, 1930, a long time ago. Сам Бхакти Сиддханта Сарасвати, он проповедовал в 20-х, в 30-х годах 19 века, то есть много лет уже назад. 90 years ago. 90 лет назад. But at that time, they were printing a daily newspaper. В те времена печатали в Дели газеты. The devotees, they had their own printing press. Ежедневную газету, ага. And they were printing a daily newspaper. Ежедневную газету, то есть там печатали. And they would go out, devotees would go out from the ashram, they would go out to distribute it. Ага, они печатали газету, и преданные из ашрама, они выходили и распространяли эту газету. And the cost of the newspaper was only a few paisa. Конечно, стоимость этой газеты была несколько пайс. Paisa means like... Копейка. Yeah. Not very expensive. То есть это было очень, очень дешево. But people were surprised that, oh, you're printing a daily newspaper. They thought, very unusual. How you can print a daily newspaper? Люди удивлялись, как это вам удается печатать такую, ну, ежедневную газету каждый день. But Bhakti Siddhanta Sarasvati explained to them that in Calcutta, in the city of Calcutta, every day there are 5 daily newspapers being published with the news of the mundane material world. Бхакти Сиддханта Сарасвати говорил, что в Калькутте каждый день печатается ежедневно 5 газет, которые повествуют о делах, мирских делах. He said, my newspaper is giving the news of the spiritual world. Моя газета говорит о тех событиях, которые происходят в духовном мире. In Calcutta, you have 5 newspapers just giving the news of Calcutta, one city in the one planet in one corner of the material world. Значит, в Калькутте печатается 5 газет каждый день, которые рассказывают о событиях, которые происходят всего лишь в одном городе материального мира. And the material world is 1/4 of the spiritual world. А материальный мир — это всего лишь 1/4 часть духовного мира. So you could just, he said,
I could print unlimited newspapers, daily newspapers about the news from the spiritual world. Поэтому мы можем печатать бесконечное количество ежедневных газет для того, чтобы освещать новости и деятельность духовного мира. But the problem is there are no customers. Но проблема состоит в том, что не так много покупателей. And so this way distributing books that we should understand how these are the news of the spiritual world. Поэтому распространение книг мы должны понимать, что мы распространяем новости духовного мира. And we have many books, many important valuable books. И у нас много ценных книг для распространения. And it is our business to try to share this knowledge with the people of the world. Это наш бизнес, это наша попытка поделиться этим знанием с людьми этого мира. People sometimes think devotees are just sentimentalists. А люди иногда думают, что преданные сентименталисты. They think we just sing and dance. А поскольку они просто поют и танцуют. They don't know that we have a philosophy. Они не знают ничего об их философии. And we need to give that. We need to show. We need to present this philosophy to them. Поэтому нам необходимо дать им эти книги и представить нашу философию. Then, of course, some people they accuse us that we're simply trying to make some money. They think that we are dependent on distributing books for our livelihood. Мы также просим, да, какое-то количество средств, чтобы люди заплатили за эти книги, чтобы мы могли продолжать печатать эти книги постоянно. But they should understand that, yeah, there are many other things we could do if we just simply wanted money. Мы можем делать много других видов деятельности, мы не просто зарабатываем какие-то деньги. If our only purpose is just to get money, then there's so many other things we can do to make much more money than we do selling books. Если бы нашим целью было просто зарабатывание средств, то есть много вообще других видов деятельности, за которые можно выручить гораздо большее количество денег. We're not just distributing books, trying to make some money. Поэтому мы распространяем книги не просто для того, чтобы заработать на этом деньги. We want to share this knowledge with people. Мы просто хотим поделиться этим знанием с другими людьми. People are suffering because of their wrong education. Люди испытывают страдания, поскольку у них неправильное образование. We have all been educated in sense gratification. Мы все образованы очень хорошо в чувственном наслаждении. And we need to get the proper education, and that education comes from these books. И поэтому нам необходимо получить правильное образование, и это знание мы можем получить из этих книг. And we do find that there are people who are interested to read these books. И мы находим, людей, которые интересуются этими книгами. I was just reading an account, one devotee, his name Hari Sori. He used to be Prabhupada's servant. Я читал один аккаунт или страничку слуги Шрилы Прабхупады Хари Саури Прабху. So he describes when he was a young brahmachari, he went out in a van with some other devotees to distribute books. И он описывает там, что когда он был молодым брахмачари, он в микроавтобусе они с другими преданными распространяли книги. And the devotee in charge of their party was a big American man who had come over to teach them to distribute books. И преданные там что с Америки, да, приехали для того, чтобы обучать их, как распространять книги. His name was Buddhimanta. Этот преданный, его звали Буддхиманта. Yeah, and he was a big, tall American man with a Texas voice, sounding like a cowboy. И он был очень таким высоким, огромным, американским парнем с таким громким голосом, как ковбой такой выглядит. So Hari Sori was laying sleeping in the van.
И Харишаури спал там как-то в этом автобусе. And Buddhimanta opened the door and said, "Hey, Hari, sorry, get up!" А и Буддхиманта как-то открыл, значит, дверь и сказал: "Эй, Харишаури, ну-ка вставай!" And he handed a Bhagavad Gita to him. He said, "Take this Bhagavad Gita, go and sell it to that man over there." А возьми эту, он протянул мне Бхагавад-гиту, сказал, возьми ее и вот иди распространи тому мужчине. So Harishauri was wiping the sleep out of his eyes, you know. А Харишаури протер свои глаза. And he took the book over to the man. И взял эту книгу и подошел к тому человеку. And he asked him, "What are you doing? What's your job?" И он спросил его, а что ты делаешь, как, какая у тебя работа? And the man said, "Oh, I'm doing some gardening. I grow vegetables and flowers, organic vegetables." Я говорит, ну, садовник, выращиваю овощи, у меня сад есть. And then he said, "Oh, here, I've got a book here. You might be interested in this book." А он говорит, "О, хорошо, вот у нас книги есть, может быть, вас заинтересуют они." So he handed him the Bhagavad Gita. И он вручил ему Бхагавад Гиту. And when they opened the Bhagavad Gita, they opened the Bhagavad Gita to that verse in the Bhagavad Gita where Krishna said, "I supplied the juice in the vegetables." А и когда вот этот мужчина открыл книгу, то он открыл в том месте, где написано, что, где Кришна говорит, что я даю вкус всем овощам. Right. Yeah, just by chance, you know, just Krishna arranged that they opened the book to that verse. Это как бы произошло случайно, это было устроено Кришной, чтобы он открыл именно в этом месте. And here is this man, he's growing vegetables and, you know, he's into organic farming, and he's like, "Wow, I've got to read this book. Yeah, I want this book," and he hands him a donation. И как раз так совпало, что этот человек тоже занимался, ну, выращивал овощи и так далее, и сказал: "О, хорошо, я возьму эту книгу, я буду ее читать, мне она нужна." So that's a common type of situation. Often happens like that when you go out to distribute books to people. They find something interesting in the book, which attracts them. Итак, это вот частые ситуации такие случаются на Санкиртане, и люди, ну, что-то находят для себя, и они привлекаются этими книгами. And practically, nearly all the people who come to Krishna consciousness movement, vast majority of them, they all came because they got a book. They get a book first of all, and then they meet devotees, and then they start to become devotees. Многие преданные, большая часть пришло в движение благодаря тому, что они встречали преданных, получали какие-то книги от них, общались с ними, и так они стали преданными. And so this business of book distribution is very important activity for the devotees. Поэтому вот это дело распространения книг очень важная деятельность для преданных. It's important for us because without going out to meet people, we're not aware of how much people are suffering in the material world. Важно, потому что если мы не выходим и не предлагаем людям книги, не распространяем, мы не узнаем, как сильно люди страдают в этом материальном мире. Yes, but when you start going out and going around and meeting people, you realize how they're suffering in so many miserable conditions of life. Но если мы выходим и предлагаем, мы видим, насколько люди, ну, испытывают разные страдания и беспокойства этого материального мира. But we're comfortable, we're fine, we get prasadam, we can go to temple, we can enjoy the deities and Sunday program. But there's a lot of people out there who don't know, who are not, they don't know about it. С нами может быть все хорошо, мы повторяем Харе Кришна, приходим в храм, поклоняемся божествам, у нас есть просад и так далее. Но есть, ну, много людей, которые не имеют всего этого и испытывают страдания. So it's very important that devotees feel some compassion on the fallen souls and think how to help them. Поэтому важно, чтобы преданные проявляли какое-то сострадание по отношению пашим душам и думали о том, как помогать им. Of course, there are many different ways in which we can perform sankirtan, not only book distribution.
Есть много видов деятельности, как мы можем совершать санкиртану, не только распространение книг. Sankirtan means to glorify the Lord. Санкиртана означает прославление Господа. So any service which we're doing for the glorification of Krishna is sankirtan. Таким образом, любая деятельность, которую мы совершаем для прославления Верховного Господа, это и есть санкиртана. And we know that the temple was also very important. Также храм также важен. Because we go out in big book distribution and then we invite someone to the temple. So if they come to the temple and they don't get treated nicely, or if the temple is not well maintained, then it will be our preaching will be wasted. Если мы выходим, распространяем книги и приглашаем людей в храм, и они приходят в храм и видят, что в храме там разруха и запустение, тогда вот это трата нашего времени на распространение книг — это пустая трата времени. Somebody comes to the temple and you say, no, you can't come now, there's nobody here, you come back on Sunday. Then that's not very nice way to greet people. Мы можем сказать, нет, сегодня не надо, нет, сегодня не приходите, а приходите на воскресную программу. So very important is receiving people, and the first impressions which people get are very, very important. Так мы должны понимать, что первое впечатление, которое люди получают, оно очень важно. People come and then they're told to go away, or they're told, no, there's not, don't come now, or now there, no, there's no prasadam, or if they come, the temple's dirty, then they get a bad impression. То есть, если у нас такая вот ситуация, что нет, не нужно, сейчас не надо приходить, просада нету, ничего нету, в храме грязно и так далее, то это оставляет не очень хорошее впечатление. So we see in the Srimad Bhagavatam, there's a lot of points made about receiving guests and how to receive guests, to speak nice words to them and make them feel comfortable. В описании говорится, как нужно правильно встречать гостей, какие нужно слова говорить, чтобы они чувствовали себя хорошо. I remember when I first became a devotee, that was one of the things that I was always told to do. We would go out on Harinam Sankirtan every day, and we would meet people and we would invite them, come back to the temple and have some prasadam with us. Как я помню, что в начале движения мы ходили на Харинаму, и на Харинаме мы приглашали людей в храм, они шли вместе с Харинамой и вкушали прасад. And when bring them back to the temple, you know, put a mat on the floor and sit and talk with them and give some water and let them have some prasadam. То есть, когда они приходили в храм, мы ложили какой-то вот мат, подстилочку, мы садились вместе с ними, разговаривали, давали им воды, какого-то прасада. So all of this is all preaching, this is all sankirtan. Это все является проповедью или санкиртаной. It's not only just sell the book, but it's also taking care of people who have some interest in Krishna consciousness. Мы не только продаем им книги, но также проявляем какую-то заботу о людях, которые заинтересовались сознанием Кришны. People have to be there in the temple. We need cooks, we need pujaris. They're very important also. Поэтому приготовление в храме, а также пуджари, все это необходимо и это важно. But of course, if somebody is able to distribute books, then that is a very valuable service. Конечно, если тот, кто занимается распространением книг, это он делает очень ценное служение. And Prabhupada wanted all the devotees to take part in book distribution. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все преданные принимали участие в распространении книг. And Prabhupada was also concerned about what do people say when they get my books? What do they think of my books? И также Прабхупаду интересовало, что люди говорят, что они думают о его книгах. Prabhupada was concerned. He wanted to know if the people are appreciating his books. Шрила Прабхупада хотел, чтобы люди хорошо, правильно оценили эти книги. I was in Hong Kong. I remember some years ago now. We had one devotee, one of the very big book distributors came from Europe. He was from Switzerland or Germany,
And he was a very famous book distributor. He came to Hong Kong to distribute books. Несколько лет назад один преданный из Швеции, Свидела, да? Швеция, это, да? В общем, из Европы один, в Швейцарии приехал. Преданный очень, ну, такой хороший распространитель книг. So he went out on Sankirtan, and after he went out, he called up Tamal Krishna Maharaj, and he told him, he said, your books are too expensive, you have to make them cheaper. Tamal Krishna said? The book distributor called up to speak to Tamal Krishna. И этот распространитель книг, он позвонил Тамал Кришна Госвами и сказал ему, что вот, ну, ваши книги, вы распространяете их слишком дешево, да? Дорого. Дорого, ага. So that's also important, that we should be realistic, we should understand the ability of the people, how much money do they have, how much can they afford. То есть мы должны как бы быть реалистами и должны понимать, как ну, сколько люди могут дать денег, сколько им комфортно давать. If the books are too expensive, then people won't be interested, they will be put off. Если книги стоят очень дорого, то люди могут не заинтересоваться этим. So then, therefore, we see sometimes people also will give they will give the book away for less than the cost of the book. Поэтому иногда люди по поле дешевой, да, цене распространяют. Sometimes even devotee will give the book away free even. И даже иногда они бесплатно их дают. Of course, the book still has to be paid for. We have to pay for the book to the BBT. Конечно, необходимо что-то платить за книги, потому что нам нужно отдавать какие-то деньги в BBT за эти книги. But sometimes it pays off. Sometimes it's good to give people the book free, and then after they get the book free, if they read it and become a devotee, then they begin to contribute themselves. Что-то мы берем за деньги, но если мы даем какие-то книги бесплатные, люди их взяли и потом они стали преданными, то тогда они сами начнут, ну, продолжат распространение этих книг, присоединяться к этому. And so it pays off to be generous. Но в целом люди должны что-то заплатить. Okay, some questions. Еще какие-то вопросы, some comments? Может? Комментарии. Можно вопрос? Да, пожалуйста. А у вас когда-нибудь были столкновения с полицией? Так сказать, столкновения, не помнишь? Conflict. Did you have any conflicts with police when you distribute books? Regularly. Regularly. Therefore, that's why I say, why do we get conflicts with the police? Because they see us getting money. Почему у нас были эти проблемы полиции? Потому что они видели, как мы, ну, получаем, просим деньги. Right. They see that we're making money, so it's a problem for the police. It's the government are concerned about people doing business everywhere. То есть это как бы основная проблема, да, с полицией, с правительством, поскольку люди, они, ну, повсюду делают какие-то деньги, просят деньги за свои продукты. So some we try to say, oh no, I'm not selling it. I'm just they're just giving donation. Мы можем пытаться им говорить, что да нет, мы их не продаем, мы просто просим пожертвования. But it's always problem. Но всегда вот какая-то проблема. But if you give the books free, you don't get problem. Но если вы будете раздавать книги бесплатно, тогда проблем не будет. So if you can get somebody to sponsor the cost of the books, then you can give the books. Если вы просто найдете спонсора, который оплатит эти книги, то вы можете их раздавать бесплатно. So we have a program called Shastra Dan. Means people give charity to for the they donate money to cover the cost of some books. Somebody wants to say, okay, I'll give you money for 100 books, and then you can give out 100 books. You can give them away. У нас есть такая программа Шастра Дана, когда люди, ну, оплачивают какое-то количество, какую-то стоимость книг, и потом эти книги можно распространять бесплатно.
But some places, you know, they, like in England, we had trouble with the police for many, many years. But nowadays, the police are used to us and they accept us, they don't bother us. Мы в течение многих там лет в Англии испытывали трудности с полицией, они нас доставали, но вот сейчас уже вроде таких вот столкновений нету, они уже не так не беспокоят. One country I distribute books in is Thailand. It's a Buddhist country, and people are not very rich. Один преданный распространял книги в буддийской стране, в Таиланде. То есть там люди не очень богаты. Now, Buddhist monks are not allowed to beg money. А буддийским монахам не разрешается просить пожертвования. They can go and beg for food. Они ходят и просят пищу. But they don't go and ask people for money. Но они не просят у людей денег. So if you go, when we go and distribute books, we always get a lot of trouble from the police. Поэтому, когда мы ходим и распространяем книги, у нас там также возникают проблемы с полицией. So when we give the books free, we don't get any problem. Но если книги раздавать бесплатно, то не возникает таких больших проблем. Вот вы сейчас читали там комментарий про упады, да, был в конце. Вот это изучение, да? Ну, да, да. Там в комментарии про Чанда Кайзе, да, что он испытал духовный вкус, упады, и он говорит, что он поделился, ну, как бы сказал это, да, когда он и как там вот написано, что он, ну, сказал, что я, там, ну, в таком духе, я испытал. Как правило, это же, как бы, ну, не афишируется, почему Прабхупада так комментирует. По указе, да? Да. Что он именно сказал, что он испытал духовный вкус. Как правило, человек не должен это афишировать. We read that Kazi was cried and said about the spiritual experience, his spiritual experience. What? Why did Kazi say about his spiritual experience? Because usually devotees don't say about his internal experience. Well, Kasi was a new devotee. He wasn't really a devotee. Yeah, поскольку он был только вот еще новым преданным, новоиспеченным еще, он не знал еще всех правил. He was meeting the devotees for the first time. Он встретился с преданными первый раз. Yeah. Когда вы писали книги, были такие ситуации, что люди, которые вы распространяли, были агрессивно к вам настроены? Did you have when did you distribute book? Did you have some situation when people was aggressive towards you? Yes. Да, конечно. Что делать? Это what to do? Well, if they're very much, if they don't want the book, then we don't bother them. Если они не хотят брать книги, тогда мы к ним не пристаем, мы оставляем. We have to be able to distinguish between different kinds of people. Поскольку необходимо проводить некое различие между людьми. So somebody is very aggressive. They're very much They don't. They're very much against what you're doing. So leave them alone. Don't bother them. Если человек агрессивен и очень, ну так, плохо относится как к тому, что вы делаете, то тогда его не нужно беспокоить, просто нужно уйти, оставить его одного. I'm sorry, I didn't mean to bother you. Вы просто можете сказать: «Ой, извините, я не хотел вас беспокоить». Go away. И уходите. There's always more people. Есть так много других людей. Find some other people. То есть распространяйте другим людям. We want to find the
curious people, the innocent people. Мы просто, мы хотим, ну, давать знания таким вот, ну, невинным людям, которые интересуются. People are very passionate and antagonistic, aggressive. Okay, just leave them. А люди, которые проявляют антагонизм, про агрессию и так далее, просто оставляйте, не беспокойте их. Если вы расчисляли, то по квартирам. Если вы такие, и в квартирах. Did you distribute books go from door to door? Yes. Да. Door to door. Yeah. Door to doors, it depends a lot, you know, on what kind of neighborhood you're in. То есть это зависит от того, какие вот, ну, соседи, жители там. If it's a wealthy neighborhood, then people will be very reluctant to open the door or to speak to you. То есть если люди там имеют средства или они как бы, ну, открытые, открывают дверь, общаются с вами. People have big houses and so on. Why are you coming here? What do you want? Go away. Или небольшие есть дома, и люди говорят, ты что сюда пришел? Уходи отсюда. Not easy to distribute. То есть не так легко распространять книги в таких домах. You have to, yeah, of course, there's always exceptions. You find somebody who is a little nice, but you just have to keep trying. Ну, вы просто, ну, пытаетесь что-то делать. All right. They go. If somebody doesn't take the book, then we should think, well, that's one person nearer before someone will take a book. То есть, если кто-то, допустим, не берет книгу, но те люди, которые находятся рядом или поблизости, они могут взять книги. You go door to door. You have to judge if it's suitable, if it's going to be successful or not. You can tell almost immediately by what kind of response you get from the first few doors, if people are nice, if people are curious, if people are pious or not. И вот хотя распространяя книги, да, по квартирам, вы можете, ну, там, с первых квартир увидеть, то есть примерно какое там, ну, население живет, то есть они открывают двери или они прогоняют вас оттуда и так далее. Of course, it varies also from country to country, and depends on what kind of belief they have. Также это зависит от стран и какое там, какие верующие там. Some people will say, "I have my own religion. I have my own faith. Go away." А некоторые люди говорят, что у нас своя религия, я уходи отсюда. And so when they say like that, I would say, well, I'm not trying to change your faith. I would say it's very good you have a faith. I thought you might just be interested to know something about what our faith is. И вы можете сказать, что, ну, я не пытаюсь как бы поменять вашу религию, просто у меня есть кое-что интересное для того, чтобы вашу веру, ну, углубить, да, там, помочь. Нет, заинтересован другой. Я рад, что у вас есть вера, uh-huh. Но я просто думаю, может быть, вам интересно, какая у нас вера. А, окей. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. Ну, допустим, если книги не берут какое-то время, может быть, пропасть вкус в себе, продержать, сохранить вкус, сохранялся. If people don't buy books, как что там? Ну, если книги не берут долго, да? How can I keep my faith in distributing books, because I can lost a taste to distribute books if people don't buy books? Well, I said one thing you can do is try to give them away free. Один из вариантов, я вам говорил, что можно давать эти книги бесплатно. Have a program, make some program, try invite people to come and sit and read a book with you. Можете также проводить программы, и люди будут собираться и читать книги вместе с вами.
With all the social networking, everybody on mobile phones, make a group on the mobile phone. Every day you send a section from a book. Или, допустим, сейчас вот по интернету можно создать всякие аккаунты, странички и этим своим друзьям распространять какие-то разделы из этих книг. Just keeping books somewhere, put books somewhere where people may pick it up. Или поставьте, да, книги, где люди могут их забрать, подобрать. Just like, you know, maybe the doctors or a dentist, a waiting room, and they have books and magazines there, you know, leave a book there. Как вот, например, в каких-то вот местах, где людям приходится ждать, допустим, у врача и так далее, то есть там размещают какие-то журналы, там можно положить тоже книги. There's many different places around where you can leave a book. Есть много мест, где вы можете оставить свои книги. And you'll be surprised, people are interested. И вы удивитесь, что люди заинтересуются, и они возьмут эти книги. Now some people get put off because you approach them as a salesman, they think, oh, another salesman. And then they don't like it. Salesman? Продавец. Ага. Если вы будете вот возле этих мест, да, где... Если вы будете вести себя как продавец. Продавец, да, то люди... So many salesmen, or another salesman come, wants my money. То есть так много всяких продавцов приходит, которые просят у меня деньги, и люди поэтому могут отказываться. So that's one of the difficulties in distributing books. Поэтому это одна из трудностей в распространении книг. So one thing which we're doing now in places like in Singapore and also in USA, also in some places, they put boxes. They have boxes, and they put some books there, small books. And they have a box there, and people take the book and give it, and just put a donation in the box. Ага. Или вот таких южных местах, такие вот, как в Сингапуре, да, там выставляют как бы ящики, в которые кладут небольшие книги, и люди берут из этого ящика книги и бросают туда какую-то денежку. Particularly restaurants. Especially if it's a vegetarian restaurant and it's really good place. Это особенно вот вегетарианские рестораны, там очень хорошие места, в каких-то других ресторанах. And sometimes some shop counters. Или иногда shop counter, в общем, возле магазинов, да, каких-то стоек. Yeah, some convenience store. People go to the store, you know, they buy something. And they see the book there on the tape on the counter. They may take a book and they can put a donation in the box. Иногда возле вот этих касс, да, то есть там эти вот какие-то предметы, продукты лежат, там также можно размещать книги, и люди просто в коробочку будут бросать денежку, брать книги и идти дальше. So this is one way in which they're finding they can distribute quite a few books. Вот это один из тоже способов, каким образом мы распространяем много книг. Of course, like Vladivostok, we have Ganga Cafe, and of course here in Khabarovsk, Pado, he has that shop, right, selling the vegetarian things, selling oil and olive oil and different things. You could put some books in his shop. I don't know if he. В Владивостоке, допустим, есть кафе Ганга, и там можно, там вот книги распространяются. Или здесь в Хабаровске есть. Вот магазинчик вегетарианский у Паши. Вегишоп, да. Вегишоп, там можно разместить книги какие-то. You have to be thinking how to distribute, how to give these books out. Вы должны думать, как находить вот новые методы, способы распространения книг. In hotels also. It's very good to put a book in a hotel room. And in USA they have many hotels which are owned by Hindu people. So they get the Hindu people to take books and they put Bhagavad Gita in every room. Или можно вот разместить книги в гостиницах. В Соединенных Штатах есть много гостиниц, которыми владеют индусы. И вот они берут книги и размещают эти книги в каждой комнате. Generally, hotels, you see there's a Bible there in a hotel room. Christian Bible. То есть очень часто в отелях там можно видеть христианские Библии. So we
И преданные также пытаются там, ну, Бхагавад-гиту разместить. And often people go away with the Bhagavad-gita. И очень часто люди оставляют гостиницу и берут с собой Бхагавад-гиту. They see the book in the hotel and they want it. They take it with them. Они видят книгу, которая нравится, и берут ее. Hospitals, people in the hospital on the bed, they're not able to do much. It's also good to give people their books. You can also sometimes get donations from people. Или в больницах, то есть там люди часто лежат, им делать нечего, и вот они могут взять книги и дать даже какое-то пожертвование. В тюрьме здесь много зон. In jails. Yeah. Well, in America they have a prison program preaching. They're preaching in the prisons. В Америке есть программа вот эта распространение книг по зонам. Early 1970s, incense was just popular, and people were, oh, what is this, you know? То есть в те времена благовония были очень популярны, поэтому люди очень легко привлекались ими. And some people had never seen it before, and just wondered, what is it? What is this? What have you got? Или люди никогда не видели это, и когда преданный протягивал, они, что это такое, что такое? So you give it to them, you tell them you burn it, it makes a nice smell. Или вы давали им зажженную палочку, и там разносился аромат. And then give a donation. И они давали пожертвования. We're helping kids. We're helping young kids get off drugs. Мы помогаем детям, да, то есть отказаться от наркотиков. Да. And people give donation. И люди доставали денежку из кармана. And they say, here, this is for you. И они говорили, вот это для вас. Give them the magazine. И вы давали им журнал. And in this way they would distribute many books and magazines. Так мы распространяли много книг и журналов. Some places like Hong Kong, generally the technique of distributing book was just ask people, can you give a donation? You know, a monk comes and some like Chinese people, particularly not mainland Chinese, but Hong Kong Chinese. Taiwan Chinese, they have the culture to give donation for a Buddhist monk. Или вот часто мы используем такую технику распространения в Гонконге, в частности, то есть не в основном Китае, а в Китае, в Гонконге. Люди там дают часто пожертвования буддийским монахам, и поэтому мы тоже представляемся монахами и просим пожертвования. But if you show them the book, а если вы показываете им книгу, то они... People don't much like to read books. Люди там не сильно любят читать книги. But if you can you give a donation, you know, we're for the temple, we need some donation for the... Okay, I'll give a donation. Но если вы просите их дать пожертвование на храм, то они, в общем-то, не просят. And they say, here, take the book. И вы тогда потом им книгу дадите. And then they take it. И они не берут. So like that. We can distribute also books. То есть таким образом мы можем распространять книги также. Some places people read, some places people they don't read much. Поскольку в некоторых местах люди любят читать, а в некоторых не любят. Generally Russian people read. Обычно русские люди читают. Most people they have a bookcase at home. Многие имеют вот книжные полки дома. Quite common. Practically every Russian home I've been in, I see they have a bookcase. То есть многие русские в своем доме имеют вот такие книжные. It's not места. Like that everywhere. Но такое не во всех местах. Раньше была у нас такая религия при коммунизме. Всей страной собирали макулатуру и обменивали на какие-то новые книги. We had a tradition during communist party.
that people collect old papers and books and exchange it at new books. Yeah. Old paper, ну да, старые, старые бумаги, газеты. Да, все, картонные коробки, все, макулатура. Some paper boxes, old paper, newspapers, and they collected at exchange at a new books. Всей страной. They give you new book. Yeah. They give you Marx book. Yeah. Stalin book. Они давали не Марк, а там были всякие там. Different literature, but they exchange. Привлекательные для людей какие-то книги. It was attractive with attractive covers. New attractive covers. Дюма. Prabhupada said about the communism coming to India. He said no communists actually came to India, but the books came. То есть Прабхупада говорил о тех, ну, коммунистах, которые пришли в Индию. Он сказал, что не коммунисты, да, пришли, а книги. Книги сначала. They sent books and they were translated to Indian languages and they distributed the books and that's how people became communists. То есть они просто печатали там книги на местных языках, распространяли их. Таким образом люди стали коммунистами. Bengal, many communists are there in Bengal. В Бенгалии там очень много коммунистов. And South India also, Kerala, big state, there's a lot of communists there. В Южной Индии, в Керале, там очень много коммунистов. Communist Party of India, a lot of people. А в коммунистической партии Индии очень много людей. But communist, no Russian came, wasn't Russians came and preached there, it was just the books came. То есть не так, что русские люди приехали туда и стали распространять коммунизм. Нет, просто они напечатали там книги и люди их купили. So that's, and that's why in communist countries like China, they don't want books, they don't want religious books. They try to stop religious books being introduced. Так как в коммунистических странах, как вот Китай, они хотят печатать и распространять религиозные книги какие-то. Because they know if the books come, the people will be interested. А поскольку они знают, что если книги появятся, то люди заинтересуются. I just recently read that it was said one school book they had put they'd taken a sentence from the Bible and they put it in the children's school book. The Chinese government were so upset that this is terrible. Who has done this? This is influencing the minds of our children. Недавно я читал, что в каком-то учебнике там разместили цитату из Библии, и правительство очень расстроилось, потому что это повлияет на умы учащихся. So they try to just only hear communism, only hear the. Поэтому они пытаются защитить там свой коммунизм, только вот чтобы коммунизм был. Karl Marx said religion is the opium of the people. Карл Маркс говорил, что религия является опиумом для народа. Через 3 месяца марафон все Прабхупады будет. И постепенно или сразу будет? After 3 months will be марафон of Шрила Прабхупады in December. Официальная подготовка обычно за месяц у нас начинается. We start to do some preparation for 1 month before December marathon. Ну неофициально. Мы весь год готовимся. It's officially, but non-officially we are ready to this date is during all year. Be what? Ready to do some preparation during all year. Могли бы у нас благословить то, чтобы этот марафон хорошо прошел, и может быть пару слов о марафоне. Can you bless us that marathon will be very good? And yeah. And can you say something about this marathon? Well, this is a Christmas marathon. Of course, this is one of the best times of the year. We find that people are all in a good mood at Christmas time. It's a very convenient time to try to meet, to give people a book.
То есть эти рождественские, там как раз все праздники, то есть люди находятся в хорошем настроении, они, в общем-то, неплохо берут книги, и преданным легко убеждать людей взять эти книги. Most of the business gets done, I don't know about Russia, but I know in America and Western countries, most of the shops' business is much more in December than any other month of the year. Значит, ну, по статистике, я не знаю, как в России, но в Соединенных Штатах многие вот эти ну, бизнесмены, магазины за декабрь продают больше продукции, чем в другие месяцы. People even, you know, they're putting money aside, and at Christmas time they go Christmas shopping, and if devotees are out there with the books, then it's a good chance to introduce a book. То есть люди идут в эти все рождественские магазины, покупают рождественские подарки, и преданные, ну, имеют хорошие шансы тоже встретиться у них на пути. And there are people out there who are looking for books, you know, who look at one devotee was telling me he was in Sakhalinsk, and he met one man, and the man said, oh, Bhaktivedanta Swami, he said, I want to have a whole set of his books, get me a whole set. Я был вот на Сахалине, и преданный рассказывал, что он встретил человека, он посмотрел книги, он сказал, Бхактивинода Прабхупада, я хочу все его книги, можете мне дать весь полный набор? And so he got the whole set, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, every book. И он принес ему весь полный набор Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. And he got one set for his home and one set for his office. И он взял один набор для дома, домой, и один для офиса. And then a few weeks later he ordered another set for a friend. А спустя там неделю он взял еще один набор для своего друга. So these kind of things happen to people, you know. If you just, we're out there in presenting the books, there are people who are looking for the, who are interested. It's not that nobody is interested. То есть, если вы выходите и представляете, да, людям эти книги, то кто-то заинтересуется. То есть не так, что вообще никто не интересуется. But we have to be patient. You have to be determined. Ну, вот требуется какое-то терпение и решительность. You have to be enthusiastic. Нужно быть также энтузиастом. And to keep going regularly to distribute books, you have to do your proper sadhana. You have to keep hearing and chanting. Для того, чтобы постоянно распространять книги также необходимо правильная садхана, то есть нужно слушать и успевать. If you do good sadhana, then you'll have a nice pure desire, and Krishna will send some good souls to meet you. Если вы имеете хорошую садхану, то у вас сохраняется такое чистое желание, и тогда Кришна благословит вас людьми, которые захотят взять книги. Krishna rewards devotee if they surrender. Кришна вознаграждает преданного, если он предается ему. So if we are pure in making a sincere effort to distribute Krishna consciousness, Krishna will send people. Если мы как бы чисты, имеем искреннее желание распространять книги, тогда Кришна пошлет людей. We have to have faith in Krishna. Мы должны веру в Кришну. So nothing helps you to have more faith than going out on book distribution. It really helps you to develop strong faith. Итак, когда мы выходим на улицу, это также помогает нам сильно веру развить. And there's no greater pleasure than distributing a book to someone. Нету большего наслаждения, чем преданный, когда получает во время распространения книги. And you distribute a book to someone, or if you can bring someone to somebody becomes a devotee, you feel so happy, you know, that you helped, you met this person, you brought him to, you helped him to come up to become a devotee, to take up Krishna consciousness. It's ecstasy. It's such a wonderful experience to see someone become a devotee. А если еще потом человек и преданным стал, то это дает глубокий, хороший опыт, то есть преданный испытывает экстаз. Hare Krishna. Hare Krishna. Сейчас все. Это красавица. Окей.